Все-таки плюнем на его корову. Бабушка надавляет. Володя, ты сюда зайди, что там не видно. А, то открой окно. Вот уйди-то со света. Вот видишь, баба Валя, как? Стой, рябина. Вот так вот сожмёт молочко. Давай, кружечку. Господи, благослови. Рябиночка, стой, стой, родная, стой. У рябиночки кончилось в ведре. Теперь уж извините. Ну, с ведра нальем, какая разница, все равно да парное. Нет уж, парное так парное. Рябиночка, стой, рябина. Да ты моя золотая, а? Ты моя добрая коровушка. Постой, рябина. Кажется, народу много. Ну, видишь, как тебя все любят, а? А ты тут нам канделябры устраиваешь, танцуешь. Как дребленка кончится, так давай еще. И в ковшичек доем. Вот, перекрестись и пей с молитвой. Вот молочко. Кепку-то сними. Чистенькое, экологическое. Что, ребята? Без всяких добавок. Натуральное. Видишь, рябина, твое молочко прям сразу тепленькое. Да. Видишь, как оно пользуется. Ну, стой, рябина. Рябиночка, стой, моя хорошая. Стой. Ну-ка, вкусно? Угу. Еще будешь? Угу. Хватит? Ну, молодец. Не будет? Нет, хватит. Да. Ну и что, козья вкуснее? Коровья вкуснее? Ну, слава богу, понравилось корове. Держи. Угу. Давай подоим, маме отнесешь. Парного молочка. Давай, мама, маме сделаем. У меня бабушка. А, бабушка, я и забыла, я думала, мама, бабушка, ну. Стой, рябиночка, рябиночка, да потерпи, моя милая, потерпи. И тебе будет хорошо, и нам неплохо. Ну, что ты? Уже ни комариков, ни мух нет, ни паутов. Опаньки, вот вам что обрадуется. Так, что надо сказать? Спасибо, Христос. Слава Богу. Молодец. Ну все, спасибо. С Богом. Спасибо, Христос. Да. Кружку сейчас нести. Куда пошел-то? Направо, направо. О, сейчас ты донесешь до бабушки своей. Угостишь ее. Трой. Все, ушли. Аккуратно неси. Сейчас бабушке понесет своей. Давай баночку перельем и крышкой закроем. Нет? Ну, держи, это тоже бабушке твоей. Это что? Это сыр. С луком? С укропом. Спаси Христос. Слава Господу. Не достану. Ну и что, как вкус отличается? Кто? Ну какой она там? Солененькая, сладенькая. Тебя посмотри, чтобы не под... Сладенькая, да?
А как ты определил, что одно молоко лучше, а другое это, не такое хорошее? Они все хорошие, но вот это лучше, да, ты говоришь? Да. А как ты это определил? То, что это слаще. Слаще? А, по сладости. Ну, понятно. Давай мне этот сыр-то, чтобы тебе аккуратно нести. Держи, чтобы не плескалось. Это у тебя эстафета. У тебя эстафета. Представь, что тебе нельзя ни одной капли пролить. Донести. Во что бы то ни стало. До бабушки. Да, до бабушки. Я потом тебе ролик покажу, как у нас ребятишки, я не знаю, ты видел? Нет, бегали, воду переносили. Нет, нет. У них эстафета была. Кто быстрее перенесет из одного ведра в другое ведро. Чья команда? Помните, я покажу. А все маленькие участвовали. Повзрослее, которые дети были. Коморы, ага, тоже хотят молока. Бульк, упал что ли? Нет. Улетает. Сегодня думали, что будет дождь такой сильный, ветер такой сильный дул. Нет, дождя не стало. Ну даст Бог, Господь, может, еще даст нам когда-нибудь дождя. Немножечко пролил. Ты смотри аккуратнее, ты тащи двумя руками тогда. Проливать не надо. Это же драгоценность. Почему это драгоценность? Ну как, почему? Коровка ходила, жевала травку, носила, вынашивала и принесла на молочко. Она же дорогое молочко-то стоит. Не просто так. Потому что тебе так дали. Раз ты такой у нас любознательный. Тебе этот презент в виде кружки молока. Шоколадочки. Тихо, тихо, аккуратнее, аккуратнее. Максим, аккуратно. Всегда смотри на кружку, чтобы не... И пролить. Комарики. Они нас любят. Так любят, что удушающая любовь у них получается иногда. Да. Это самая любовь. Да, это самая. Аккуратно, все аккуратно. Сюда смотри, на кружечке. Несет бабушке парное молоко. Доили? Да. Понравилось? Да. Вот как. Вам не в городе сидеть. Подожди-ка. Шоколадки есть, да? Да. Ты уже что, поужинал? Нет. Нет? Вас жил, там на тихом живет. Бабушка? Пойдем, вон там бабушка, пойдем. Трапезная она. Бабушка? Парное молоко вам принес. Парное молоко принес мне, да? Да. Благодарю. Надо, чтобы вы попробовали. Сейчас попробую парное молоко. Он принес бабушке парное молоко в кружке. Сладко. Я пью парное молоко, нельзя мне. Угу. Хорошее, вкусное молоко. Он говорит, что это лучший вид. Потому что слаще. А, чем кози, да? Да. Угу. А две кружки выпил, да? Ну. Кого его же никто не заставлял. А здесь одну кружку выпил. Ну, слава Богу, хорошо. Да, да, сыр еще. Сыр еще пей. Зелень. Зелень, да. Сейчас порезаю. Она сама кому-то на заказ сделала. Ну, ладно. Игнатий, что-нибудь сказать есть? Нету, да? Завтра скажу. Все, понял. Все, утром я хотела записать, поэтому взяла мобильник с собой. Думала, сегодня будет говорить речь. А, нет, он обычно воскресный день. Угу. Ладно, все, слава Богу, за все. Со службы.